смотри, чем тут они поливают. Да, место такое просто никакое. Сложное, но ничего сложного. И вонючее, да. Мы разгрузились, нам дали план уже на загрузку. Будет у нас одна загрузка. На дом будем грузить вино. 565 километров отсюда показывает. На сегодняшний день у меня осталось 45 минут на езду. Поэтому, в принципе, наверное, мы пойдем до первого ближайшего паркинга. Это надо на бан выскакивать, на бане останавливаться. Ну, погода, конечно, вообще обломала нереально. Потому что заходили в Испанию сегодня утром, заходили причем по-светлому, заходили в реально живописном красивом месте, в стране басков. Но из-за погоды ни хрена снять толкового не получилось. Как-то страна басков нас не порадовала. Ах, как тут раскачивает. Да, загрузка у нас за Мадридом. Проедем столицу Испании. Да, столицу, кстати, страны басков мы не проезжали. Стороной обошли. Проезжали город Сан-Себастьян. Город с самым большим количеством ресторанов со звездами Мишлен из всех городов мира. Реально просто какой-то маленький городок, можно сказать, на отшибе Испании, в котором повара, шеф-повара ресторанов заворачиваются по кухне. Вообще баски, да, там они по месту славятся такой своей какой-то уникальной кухней. Язык у них свой, баский язык. Язык, кстати, не похож ни на один европейский язык, ни на один романский. Часть страны басков на Испании находится, часть уже меньшая находится во Франции. И знаки здесь на двух языках, на баском и на испанском. Когда заезжали в Испанию, очень хотелось показать вам Пиренейские горы, как раз мы их проезжали. Я очень надеялся, что будет хорошая погода, что получится поднять дрон. Там банчик идет, по которому мы ехали, он реально высоко-высоко в облака поднимается. Если бы мы еще оттуда дрона запустили, были бы просто неописуемые какие-то нереальные красоты кадры. Но погода не позволила это сделать. Когда выползли из гор, выгрузились, я специально поехал в сторону загрузки по националке, не по бану, а по националке, по 111 дороге, чтобы снять Иберийские горы. И тут погода нас обломала, не дала это сделать. Ну, короче, непруха. Вы уж извините нас за то, что небо туманом, облаком, дымом затянуто. И невозможно в таких вот условиях передать ту красоту, которая здесь есть реально. Ну ладно, не будем отчаиваться, возможно, в следующий раз когда-нибудь, может быть, тут проедем, и тогда будет более благосклонны боги к нам и позволят зафиксировать видеосъемкой всю ту красоту, которая есть и в Иберийских горах, и в Пиренейских горах, и вообще в Испании в целом. А пока вот непрух с погодой, к сожалению.
Что за херня? Навигация тупит. Все-таки не туда надо было ехать. Ну, знак сюда был, мы задымились. Этот идет очистка сажевого фильтра принудительная происходит. Ясно, давай тогда туда пытаться развернуться. Лоханулся я из-за навигации, не туда повернул, куда нам надо было бы повернуть. Хотя знак был сюда, но я сомневаюсь, что мы здесь проедем туда, куда нам надо. Поедем все-таки на координаты, не будем сильно экспериментировать. Сейчас надо будет развернуться. Здесь вроде нам хватает места. Девять по местному времени. У меня уже 6 часов езды. Вчера ночью, в общем, опять ехать пришлось. 11 часов отстоял. После 11 поехали сюда. Но нам так диспетчер сказал, говорит, отстойте 11 и после 11 часов едьте. Мы так и сделали. После 11 часов и поехали. Да, в какой-то городок маленький испанский заезжаем. Километров 200 вниз от Мадрида в сторону Кордобы. Здесь будем грузить вино. Будет у нас всего две загрузки. Вторая загрузка будет там где-то в стране басков. Ну, опять через Мадрид придется ехать. Сейчас Мадрид проскочил вообще свободно, потому что ночью проходил просто так, как из Бордо получилось. Сквознячком так, фух, и все. 1,5 километра сейчас показывает осталось. Так, что здесь за хрень такая? Знак просто грузовым нельзя, но мы на загрузку едем и, по идее, должны нас пустить. 500 метров осталось. Да, сейчас бы не воткнуться в какую-то передрягу. Тоже, судя по тому, что здесь какие кадры открываются, место здесь не особо благополучная. Так, по крайней мере, кажется. Ну, хоть сюда повернем. Испаночка, давай выезжай. Или где-то там реально другой заезд какой-то есть, а? Или здесь тоже одна из винных фабрик, на которые большие грузовики не приезжают. Это вот эта улица, походу. Это контора здесь. Я, блин, дымлю, слушай, вообще нереально. Туда? Окей. Подсказал, говорит, сюда заезжать. На улице, походу, будут грузить. Сейчас, прикинь, еще эта очистка сажевого фильтра происходит, и мы в город въехали. И дымим сейчас тут местным жителям. Тоже не есть это прикольно. Ладно, пойдем. На первом месте выгрузки, блин, выгрузки, загрузки. Сказали, потусуйтесь часик, через час будем загружать. Магаз рядом, они сказали, в 300 метров, поэтому пойдем в магаз, потому что назад мы пойдем нестандартным маршрутом, не через лохудру так называемую. Поэтому там не закупимся, но закупимся здесь, скорее всего. Надо масло оливковое привезти домой, пару банок. Времечко у нас не так много, но достаточно. Ну везет, что-то там снимает, на свой спичник коробок. Добрались до центральной площади мы, да? Где мы сейчас? Ну, наверное. Вот, да. И что мы?
Там вот. Базары вон, вот там базар. Базар, да, базар. Этот маркет, в этот маркет супермаркет. Мы сейчас пойдем. Сейчас мы пойдем. Надо типа бабла потратить, что-нибудь там прикупить. Масло с маслом, там колбаса, шмолбаса. Ну, короче, все красиво, как, ну, как мы умеем, как мы можем, мы как, знаешь, любите. А он идет и что-то там снимает на свой спичный коробок. Прикинь, какие тут кактусы у них растут, а? Да я раскусил, в чем прикол этих кактусов. Это не кактус, это фабрика ушей Микки Мауса. Вызвали нас на загрузку, непонятно только, где будут грузить. На языке жестов вот пообщались с товарищем, он сказал, говорит, едь за ним. А пока ждали, были в магазе, купили масло подсолнечное, оливкового масла взяли. Я еще себе взял носки, потому что, блин, я дома, короче, носки оставил себе, был, можно сказать, без носков здесь. Да, едем за ним, непонятно только, где и как будем грузиться. Может быть, на первом знаке? Помнишь, на первый поворот тоже знак был? Это этот городочек. Видно тоже, что он старенький. Какой-нибудь местный Дон Кихот тут родился. Или Санчо Пансо. Дон Кихот был ламанческий, а мы как раз в регионе Кастилия-Ла-Манча. Где-то, наверное, в этих краях Дон Кихот тут с мельницами воевал. И Дульсинею свою спасал, завоевывал, защищал. Оливковые рощи. Рощи, оливковый бизнес, семейный бизнес, как правило, здесь у них. Просто из поколения в поколение передающиеся. Окей. Так. Después, otra vez. Туда, где ты? Туда? Там, там еще. Да, да, да. Надо в длину их ставить.
Уходи оттуда, я тебя придавлю. Теперь смотрите, почему вино не рекомендуется ставить по два. Тогда между палетами такие щели получаются. Вино обычно уже. И ты ничего, никакие штанги, ничего сюда не подставишь. При резком торможении передние палеты чуть наклонились, за ними чуть наклонились, и последние палеты будут лежать. Поэтому лучше вино ставить по три. По три, когда в длину ставишь, они, с ними уже ничего не случится. А когда по два будешь ставить, ну, очень большой риск, что они завалены. Тем более, например, вот эти, вот этот палет, тот палет, они уже на бок наклонены. Если бы я их по два поставил, то уже все, 100% заваленный груз приехал бы. Тут загрузили 9 палет. Всего должны 20 загрузить на этой фирме, но они, видать, разделили на разные склады. Сейчас поедем за этим дядей на второй склад. Все, мы теперь едем за дядей, едем за второй частью груза. Вроде бы как две загрузки. А получилось, что три. Многим, знаю, не нравится на сборке работать, но мне лично прикалывает. Работа не скучная, во всяком случае, интересная. Больше возможностей в какие-то там городки заползти, чем когда работаешь так на фул, типа трак-загрузку. Сейчас мы хопенько, спокойненько в магазик зашли, без напряга особого. Ну да, немножко надо там попариться, потому что в основном, конечно, на сборке сам палеты таскаешь. Но меня это не напрягает. После стольких часов за рулем, в сидячем положении, лишнее шевеление в кайф и в радость.